Запорожские социологи провели исследование настроений горожан перед выборами в местные советы. О результатах в нашем следующем сюжете. Подобное исследование уже проводилось в августе этого года, поэтому можно сравнить электоральные настроения с новыми октябрьскими данными. Выборка формировалась квотным методом, трехступенчатая, репрезентативная населению города Запорожья по полу, возрасту и району проживания. Всего было опрошено 700 человек 13 октября во всех районах города, соответственно. При этом максимальное отклонение результатов при такой выборке составляет не более 2,1% при доле признака 50%. Так социологи прогнозируют явку на эти выборы не более 40%. К слову, в выборах 2010 года явка населения на участке не превышала 38%. Так что больше половины запорожцев, согласно исследованию, не собираются вообще участвовать в выборах. Рейтинг наиболее актуальных проблем для запорожцев практически не изменился. На первом месте рост тарифов, затем благоустройство города, безработица и общее падение уровня жизни. Завершает пятерку лидеров среди проблем экологии. Состояние региона. В ходе исследования запорожцы обрисовали и образ идеального мэра. Вопрос традиционный, который мы задаем, это каким люди хотят видеть политика, руководителя города, депутата. И здесь как раз есть изменения с августом. Намного, практически на 10% вырос запрос на честного, порядочного человека. Если мы помним, что раньше у нас традиционно для Запорожья характерен образ хозяйственника, но он до сих пор остается актуальным, но он отодвинулся на второе место. На первое место вышел человек с высокими моральными качествами. Рейтинг кандидатов также изменился за 2 месяца. Социологи связывают это с началом активной фазы предвыборной агитации. Впрочем, однозначно прогнозировать исход не берутся. Ведь почти 15% тех, кто точно собирается идти на выборы, еще не определились с кандидатом. Мы все видим, что наибольшая такая реальная борьба, которая может произойти у буряка, на данный момент это пока Николай Фролов. То есть тот провластный кандидат, пока не его как-то позиционирует провластным, он имеет больше всего шансов. Ну и как странно, наверное, с определенной степени, это Александр Син. То есть вот среди той первой четверки, пятерки, они имеют больше шансов побороться во втором туре с Владимиром Буряком. Потому что та четверть затруднившихся, как она распределится, будет зависеть от настроения, от последней недели агитационной кампании, от ее интенсивности. Что касается выборов в местные советы, картина сходная. Почти 20% опрошенных затруднились ответить, какой партии отдают предпочтение. Социологи отмечают, выборы этого года многогранны. Как распределяться голоса неопределившихся с выбором, прогнозировать невозможно. Одно можно сказать с уверенностью. Запорожцам точно есть из кого выбирать. На пост городского головы баллотируется 26 кандидатов, а в местные советы более 2 десятков партий.